Первый день после новогодних каникул принес и другие неприятные вести. Почти в центре Чебоксар, в исторической части города, дотла сгорел дом, в котором проживали 3 семьи. Отправившись на съемки к монументу матери-покровительницы, наша творческая группа заметила столб дыма. Спустя некоторое время выяснилось, горит частный дом рядом со зданием казначейства на улице Герцена. Пожарные примчались, как положено, за несколько минут. На место происшествия пригнали 4 машины. Однако спасти деревянное строение не смогли. Огонь бушевал вовсю. Значит, пожарный автомобиль установили на пожарный гидрант. Из жилого дома был эвакуирован газовый баллон. Значит, службы взаимодействия, горгаз и электрослужбы сработали, электричество отключили, газ перекрыли. По словам соседей, по адресу Герцена, 17, проживали 3 семьи. Один из хозяев успел подъехать, посмотреть, как горит его обиталище. Впрочем, особенно расстроенным мужчина не выглядел, либо мужественно скрыл огорчение. Чего я откуда знаю, сейчас с работы приехал? Осторожно. Осторожно, осторожно. Ладно, горит, горит. И лишь после того, как пожар полностью был потушен, стало ясно, без жертв не обошлось. В сгоревшем доме обнаружено тело мужчины, предположительно, одного из жильцов.